Короче, ребята, всем привет, с вами Смолев, я Николаевич. Сегодня, ребята, мы, конечно, гражданное глобальное обновление Минскромика 1.9.0. Вот, ребята, сегодня я покажу, сколько бавил в этом глобальном обновлении. Вот как смотрите на это. Смотрите, сейчас, смотрите, что будет. Пика мне как типа поворачивает, как круто, этого не было. Вот. И сначала передам привет. Сколько там, ребята, два привет. Там кто не писал пока, там какой-то два века были в комментариях новых видео. Первый привет получает. И второй привет получает. И все, как два писали. Надо было еще клейму разницу красного. Вот. И кому не передал привет, первое надо подписаться на мой канал. Второе надо поставить лайки. Слово код в моем видео. Итак, давайте в моем видео наберем много лайков, много комментариев, не знаю сколько. Вот. Сколько вас наберем, сколько наберем, итак, вот. А мы, ребята, погнали. Начинаем. Бух! Короче, давайте начинать, ребята, давайте колокольчик. Вот. Вот. Давайте на призраки. И погнали. Посмотрим, что там габарит. Там габарит новый магнит, данный гараж. Так, гаражком добавили, как, вот как, и кому персонажа добавили, ребят, это пока пипец. Как можем, ну, типа, какой трейлер был, ребят, я почти еще не делал видео, ну, типа, мультиплеер, делай трейлер. Как, и куда еще пойдем? И мы вверх посмотрим, смотрите, вот там мы вверх посмотрим, вот. Вот, типа, оружие, как, и у микромика еще голос изменился, спасти вас, приносит, и спасти девушку. Так, на дальше будет. Так, кикаем. И комчик лежал идти. Блок у меня хромник. Давайте посмотрим на него. Так. И так, смотрите. Вы готовы? Как машинник! Как машинник нету! Как еще? Вокруг ничего нет, не восемь. Да, да как у машины нет. У меня там машина кучка лежит какой-то. Че какой клей. О, человек. Ячики! Жесть! Как ячики есть! Жесть, это! А, у них ничего нет, что ли? Ребята, это глобальное обновление микромика. Там добавили микромика голос, новые дети. Ну, типа, монахини почти как. И еще новая концовка. И плохая, ребята, вот. Еще не мама, я как посмотрю. Как сколько? Молоко. Ребята, это клево. О, чертеж. Чертеж, сколько же майких. Прикольно, вы играете на режиме при... Сколько? Как ему можно вскакивать? Пяковка. Как я, чё у нас там? А как убер нельзя открыть, да, пока? Не, нельзя. Как его, смотрите, его инструменты его. Да, как жесть. Ну, как ничего не изменилось. Ребята, скаки, там, я сейчас про офигейки, ребята, не знаю, офигейки, нет, ну, короче, говорите, я не знаю, чё. Чё? Максу добавили! Смотрите! Жесть! Ребята, не, как обновление крутое. Ребята, поставьте много лайка. Поставьте, где говорить не... Сколько? Типа анкема какая-то? Типа анкема какая-то, не знаю, что это. Сколько? Как пасхалки какие-то. Что там написано, понимаете? Что там... Как? Там не убивают, что там написано, ребята, извиняюсь. Ну, как там по-маленькому написано все. Бяка, мой как круто, чё, снова вышло, поставьте много лайков, ребята, поставьте, умоляю. Если поставьте, кое к нему прохождение, мискрами. Чё? Чтобы открыть, как ящик, на... Несколько ключ, мискрами! Это жесть. Сколько? Фрагмент музыкальной... И кому... Чё? Типа сказка ли? Что? А можно бросить? Бяка, жесть! Как его там называют? Скамульки. Айяки! Вот, слышали? Новый голос! Мика-мика! Это жесть! Давайте покиши, ребята, где вы кого не слышно? Давайте... У меня прикоша. Это жесть! Давайте скапаем. Как я кукаю? Не отклеюсь. Черт, не отклеюсь. Чкойка. Фрагмент музыкальный. Жесть.
Это что? Это жесть. Ребята, смотрите, мы два нашли. Ну-ка сюда кинем. Жесть, ребята. Вы слышали, ребята? Ой, голос! Ребята, это жесть. Давайте, короче, пока бросим. Так, а что нам ушло? Короче, давайте я откроем и пойдем на ферму, мистер Мика, и посмотрим, сколько мы камчика... Чё? А не, меня покажи, что-то светилось. Нет, ничего не светилось. Да, блин. Кстати, там еще какой-то еще один новый проход сделаем. Типа дикого кого. Блин, ребята, мне больше этот нравится. О, где кого-то новый проход, говорят, делают, да? Нет. Ну, по крайней мере, я видел, какой-то новый проход был, но я не заметил. Блин, ребят, мы как круто. Какая анимация там была. Обалдеть. Ладно, пошлите на ферму, мистер. Обалдеть, ребята. Ладно, пошлите на ферму. Как... Ого, как... Шко! Шесть! Школяка! Машина, мистер Мика! Шесть! Ребята, я машину мистер Мика нашел. Вот, магазин... Мясня написано. Шесть! А как, я могу его снять, можно? Как это я? Нет, мы на следующем, блин. Блин, ребят, давайте сдалека посмотрим. Жесть, ребят. Как я здесь, но не орок мистер Мика ходит, кстати. Можно открыть? Нет. Жесть! Ребята, поскапьте много лайков, поскапьте много лайков. Если пока какое быстро прохождение сниму какое, ребята, поскапьте сколько. Деревянные сердце. Это жесть, ребята, новая камчука появилась, смотрите. Как я, она бросайка, как же? Ну как голос микроминка изменился. Шесть, как шапку, ладно, про шапку я сниму. Как я с меня не изменилась, давайте посмотрим. Нет. И какое чувство, что она еще куски искала. И так вам не кажется? Еще широкие искала. Ну как бы ничего не добавили, да? Скажите, кукрыка как бы. Сколько. Корм! Шко! Шко! Нет, ребята, какое обновление. Прикапьте много лайков. Только поскапьте. Как я кошку. Колесный. Ребята, это... Нет, ребята, какое обновление. Ребята, поскапьте много лайков. Умоляю, еще поскапьте. Кошку. Кошку. Добрый ученый сказал мне кое-что. Ужасное! Он сказал, что отец не очень хорошо со мной обращается. Он сказал, чтобы я был смелый, забавила отца рассказать мне правду, а не понимаю очень. Он говорит мне, неужели мой отец лежит? Неужели он меня не любит? Завтра я приду, а бар, ангар прирагусь в лабораторию, а хочу узнать, что мать выходит, может мать и приду к маму. Маму. Это же скоба к дверь помер. Гнев проходит. Что там происходит? Мег! Какой гнев? Го! Тебя, как смотрите, сердце! Все, я понял, ребята, я понял, зачем сердце. Я понял. Смотрите, ребята, вы кальки, вы бака кальки, я вообще тоже не понял, смотрите, сердце. Смотрите, ребята, сейчас пока офигеете, я как тоже офигею, смотрите. Какие кальки, в смысле, неужели слуга, что ли? Как сложно будет, смотрите. Бака. Теперь вот как, теперь, ребята, на экстриме никак сложно теперь будет. Не будете его как просто открывать, как открывать много сердца. Пока сердце в гостях, мистер Мик вас убьет на экстриме, ребята. Как вот, сколько. Гривянный кусок. Ребята, это просто обалденное обновление, могу сказать. Ой, я еще не могу ездить. Типа как? Блин, мне там бесайка. Теперь какая жесть. А балки, как я, нет ничего. Нет, еще щека. Вчера мама сестрой кровалить
Дорогу не знаю, почему она не захотела брать меня с собой. День был какой честный, но мама почему-то все равно плакала. У нее аллергия. И а этом году на соседских полях выросло много цветков. Думаю, она больше не взять. Как ушла далеко-далеко там, говорит мой отец, и надеюсь, он скоро вернется. Если я вырвусь с выписку, может, она вернется быстрее. Жесть, ребята, как скоро микромика. Это жесть. А можно почекать? Как можно ей? Сеть не осталось себе, чтоб выросла сверху, даже из дома все цветы на большом поле расположены, разговлены, а я все еще одна, совсем одна. Папа висок еще занят своей работой, заснимили в дверьми, значит, что я тебя кого-то почекаете, короче? Шесть! Жесть, ребята, жесть, просто. Ребята, как жесть. Ладно, давай как не мог, а вот это ключ. Тихо, мне, ты не мог. Вот как я могу залезть. I got you. Как я вакуумчика слики, как мы кричим, не как? А, я бак нашел, смотрите, я бак нашел. А мог, как не бак? Не бак, ребят? Нет, да, это бак. Как не могу взять, значит, это бак. Блин, ребята, это жесть. Там машина. Обалдеть. Я не знаю, что глоком будет. Я не знаю, сколько будет сидеть. Я как кочно думаю. Я ко пацанка думаю. Сколько будет сидеть. А вот как будет. Какая жесть, ребята, просто будет. Блин, а что, как можно открывать, что ли? Нет. Можно это как добавили, что ли? Да, не забыл, что меня кусать. Блин, ребята, мой клёвый кот, мисс Камика. Ребята, это жесть просто. Короче, гваки купил. А мы что как добавили? Нет. Так, смотрим. Ладно, сегодня посмотрим полное обновление, ребята, полное обновление. Чё? Полное обновление и посмотрим новую концовку, мужик. Ну, посмотрим. А как можно открыть? Нет. А, вот еще будете купить. Я забыл, что как еще здесь. Так. Так. 50 что ли? Да, как чекам посмотреть, что за эти двери. Ну, не зря на кукаик. Мой экошко, ребята, как век. Что? Поскольку вы играете... На конской можно нибудь маскирить. Смаскирить! Сколько? Фрагмент музыкальной скакулки. Я его заметил, я его не заметил! А, типа молоко надо, все, я понял. Подождите, музыкальная скакулка. Типа сюда? Давайте скапка бросим. А не эти камни? Вот эти вот, какой лежак. Сейчас посмотрю. Это они! Ребята, это значит не ноги, а кое-то по моему вообще не ноги. Я подумал, как лучше качейка. Как? Эка. I got you. Блин, мистер мой клёвый. Могу сказать. Как? Эка. Типа надо что-то собрать, блин. Купай мистер мой, где? Значит, сначала эко надо, а вот куда эко сделать? Типа... Погодите, мне типа... Это блин, мисс Кармик! Ты там еще ешь и ешь, да, я как знаю. Бесконечно, в моей набрыше есть. Ай, курс Зеленка. Как, блин, а куда? Типа, скажешь, что ли? Нет. Чё-ка, ай, как там. Ну ладно, давайте пока сюда прошу. Шесть, ребята.
просто жесть. Я три вечера на своей музыкальной шкатулке. Жесть просто. Мурай, как клево, конечно. Ну, я как сейчас, я не могу найти там, где у нас кукайка. Как называется? Ну, как бы, там сломачика. Так, где она мне? Сейчас прятали, алло, прятали, алло. Как? А, вот, как блин. Ну, обычно, как могу сказать. Чё кусохнуло? Мне надо, чтобы камыки были, как называется, блин, забываю. Ладно, короче, заберем. Ладно, не будем пока забирать, пока мне надо что-то найти. А потом не экаш как у. Все, я понял, куда это, ребята. Ок, я купой. Так, ладно, давайте нанесем сначала к эко, ребята. И посмотрим, сколько будет. Так. Как первый! Шесть! Ребята, три вещи, я как раз три вещи нашел. Так, сначала эко бьем. Бака первым делом бери киноги. Комка ноги сначала, потом вот это вот и эко. Все, как можно сказать, как ключ, какой типа она будет ключом делом, типа геваком. Размен музыка гавок это. Не знаю, почему как называется. Пять сука. Ого. Как. Включим музыкальную шкатулку. Жесть! Она как настоящая, ребята! А что она делать будет? Из кормит бежит. Чко? Where are you, little mouse? Чко? Ребята! Вы это видите? Из кормит музыкальную шкатулку взял. Зачем? Гам ее не сёк. Ребята, мне кормит музыкальную шкатулку. Он как идёт, смотрите. Он как идёт, давайте за ним посмотрим. Жесть! Типа он в этой двери, что ли, идёт? Жесть! Если гаку, я сейчас офигею. Га! Фу, я могу открыть. Жесть! Канализация какая-то, ребята, смотрите. Что? Мистер Мисс, да, теперь окно, куда я открыл. Слышите? А, это кок! Шко! Это кок какой? Типа, девочка-свинья? Поскольку вы... Эти яблоки нелюбимые лайком сквозь мозг, позже они пригодятся. Жесть, ребяка! Ребяка, я девочку какую-то нашел открыть. Эка и жесть. Эка, ребяка, жесть, смотрите. Разработчики, вы клевые. Вот, ребяка, какая-то. Громчика есть? Нет. Ребяка, это жесть. Госка! А, типа, как что? Игро? Типа ляброки надо? Нет. Ребята, это же девочка-свинья! Блин, это смешно. Блин, типа кукашка? Сказка или доска? Ха, ребята, как... Сквип. А зачем? Я что-то не понял. Типа, надо девочке отдать? Ребята, это жесть! Вы по... Типа надо... А, нет, нельзя. В смысле? А, типа, основали, я думал, ребята, это музыка, типа, какая-то, я думал, это настоящая... А, сказка? Нельзя либо размерся, пока дверь открыта. Помните, я колюк называю? Сквиз. А, сквиз. А, какая вам лака? Жесть, ребята, просто жесть. Вот просто жесть, ребята. Да, блин, не кормик. Ты задолбал уже. Бегай, сюда. Ну ладно. Это что нет было? Вы слышали? Она заорала как, во всю кокушку. Типа, ааа, давайте посидите. Ребята, это смешно.
Блин, бяка, и клёвый бяка. Обновление. Офигенный бяка, как обновление. Сейчас что ли? Сколько? Гимопрос, можно догадать? А где эко? Кубика мэкова, как его крыть? Сказка? Нет. Блин, это сквиз как называется? Сквиз. А у кого? Ладно, ребят, давайте мы команда закончим все кучу видео про горы Мебякова. А может, сука? Может, мы что-то... Чё-то... Зеленый... Что? Зеленый... Ключ? Как его там зовут? О чём ключ? Зеленый ключ. Не сам? Нет. Бак какой-то. Короче, ладно, и договорки моя команда закончим следующее видео про горжий влог. Чуваки, ставьте лайк его, подписывайтесь на лайки, делитесь этим видео, ребята, быстрее делитесь этим видео с друзьями, поставьте лайк, подпишитесь. Пока себя был на связи с Морлев, я Николаевич, и всем пока-пока, мистер Мик.